Ага, попался! От меня не убежишь! Убегу, убегу! Ух ты, злой пончик! Убегу! Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти-Пульти, всем вкусняшек и мороженок! И сегодня мы играем в Roblox! Я убегаю от злого пончика, ребята, вы представляете? Да, ребята, наш вот этот маленький Роблоксик, которого зовут Влад, Владик, убегает от злого пончика, ребята. Итак, давайте убегаем, убегаем. Ой, где-то мы? Какой-то телепортатор. Вон он, ребята, смотрите, этот пончик, который хочет всех слопать. Ребята, нам нужно от него убежать. Итак, сейчас я сделаю это. Я убегу от него. Попрыгали. Так, проходим вот эти зеленые квадратики. Так, я не один. Теперь, как всегда, легко я перепрыгиваю эти зеленые красные полоски. Теперь вот так, вот так. Ребята, смотрите, здесь какое-то волшебство происходит. Только что были картинки, на которых был пончик. Вот этот, который хочет всех слопать. Теперь смотрите, какие-то обезьянки появились. Перепрыгиваем вот эти красные штуки. Теперь вертелку прохожу. Давай, Владик, ты сможешь? Давай, Владик. Да, ребята, наш Владик сможет. Я верю в него. Посмотрим, давай, давай. Так, проходим. Теперь вот сюда перепрыгиваем вот эти штучки. Перепрыгиваем. Теперь зеленые кругляшки. Куда же он делся, ребята? Только что здесь был огромный, огромный розовый пончик, который хотел всех слопать. А теперь смотрите, Владик бежит. И все, ребята, и здесь какие-то обезьянки. Ну ладно, раз так, то так, правда, ребята. Теперь прыгаем по квадратикам. Так, хорошо, теперь вот сюда, сюда и... Странно, как-то странно. Давайте теперь вот тут и повернем направо. И вот здесь, так, теперь... Как обычно, мы легко перепрыгиваем вот эти красные квадраты. Мы их всегда легко проходим. Наш Влад, теперь смотрите, опять, ребята, вращалочки. Вращалки нам не страшны. Так, давай, 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 молодец. Теперь какая-то зеленая дорожка. Ребята, эта дорожка всех нас назад хочет отправить назад. Вот видите, ребята? Она меня скинула. Давай, Владик, давай, давай, Владик, давай, давай, молодец. Так, вот молодец. Так, я думаю, Влад справится. Он справлялся, ребята, уже с Джокером. Он выиграл у него челлендж. И я думаю, ему удастся сегодня нашему Владу победить этот пончик. Ну, а раз пончик пропал... И появилась какая-то обезьянка. Ну, скорее всего, я думаю, мы победим эту обезьянку. Теперь. О-оу. Так, значит, посередине. И посередине мы не можем пройти. Пойдем по краю, ребята. Теперь. О-оу. Ничего себе. Как всегда, тут такие уровни. И здесь, ребята. Ну, вот это да. Ну что, теперь только осталось идти посередине. Странно, я все уровни прошел. И не получается. Давайте еще раз попробуем. Вот, ну наконец-то. Поднимаемся наверх. Перепрыгиваем эти красные квадраты. А здесь, смотрите, ребята, это боулинг. Нужно выждать время. Все, я пошел. Давай, Владик. Владик идет. Идет Влад. Теперь просто прыгаем. Вот сюда. Отлично. Мы легко справились с боулингом. И теперь просто красные какие-то красные кнопочки.
которые просто не надо касаться, ребята. Их просто не нужно касаться. Вот и все. А теперь какие-то деревянные пупырчатые полочки. Тоже мы спокойно проходим. И опять вот эти... Вот, смотрите, какая горилла. А тут только что был, ребята, вы видели? Тут же только что был этот пончик злой. Куда он делся? Может, его кто-то слопал? Ребят, может, этот пончик кто-то скушал уже? И осталась одна обезьянка. А обезьянка вообще не страшная. Обезьянка прикольная. Класс. Ребята, если вам нравится игра... О-о, смотрите, а как это? Если вам нравится игра Roblox, подпишитесь на канал Мультипульти и поставьте лайк. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы знать, когда выходит новое видео, ребята. Так, ребята, смотрите, а сейчас очень скользкая дорожка. Очень скользкая. Я же говорил, что она очень скользкая. Но ничего. Так, давай, Владик, мы верим в тебя. Сейчас. Осторожно проходим. Давай, давай, давай. Вот. Еще чуть-чуть. Ты сможешь. Молодец, ребята. Он справился. А теперь смотрите, какие штуки всех нас, всех отталкивает в сторону. Мы их тоже проходим. Кубики, кубики, вообще легкотень. Легкотняшка. Теперь шары. А шары с разгона, ребята, с разгона. Даже вообще настолько легко. Теперь опять скользкая дорожка. Так, какие-то красные конфеты, чупа-чупсики. Чупа-чупсы прошли легко. Теперь гантели. Прыгаем по гантелькам. Ребята, если вы занимаетесь спортом, вам респект. Прыгаем теперь. Какие-то окошки. И опять сеточки. Ну, это вообще легкотня, ребята. На столь теперь опять шары. А шары вообще не шевелятся. Такие легкие. Теперь. Так, главное не попасть. Только хотел сказать не попасть вниз. И попал. Идем дальше. Вот. Ух ты, ну наконец-то что-то сложное. Так, так, проходим красные вот эти штуки. Отлично, ребята, наш Влад справляется с заданием, просто супер. Идем по этой трубочке. Поворачиваем. Так. Молодец, красные квадраты. Ну, ух ты, странно, ребята, что происходит? А что происходит? Да что, ребята, я понял, нужно на край становиться, а на красные квадраты вообще не становиться. Вот это да, как они придумали. Хитренькие. Теперь опять, смотрите, трубочки. Ледяные трубочки, они такие скользкие, ребята, очень. Так, отлично, перепрыгиваем. Смотрите, парень застрял в структуре. Вот это да. Так, я прыгаю. О, ребята, и я тоже застрял в текстуре, в структуре. Ой-ой-ой. Вот как я и знал, вот я и попался в эту ловушку. Ловушка этого пончика. Ребята, нет. Нет, прохода нет. А-а-а!